Крупнейший в мире спутниковый оператор по зоне покрытия. НТВ Плюс на Дальнем Востоке работает уже больше полугода. Решение о начале вещания в регионе принималось достаточно долго, учитывали местную специфику. Но успешного результата удалось достичь уже на старте. Сегодня каждая вторая установка платного телевидения на Дальнем Востоке – это установка НТВ Плюс. С точки зрения абонента, это 137 каналов в базовом пакете. Стоимость базового пакета от 100 рублей в месяц. Это лучшее предложение на сегодняшний день на рынке. И оно останется актуальным в течение любого обозримого будущего. Всего на платформе 173 канала. Это лучшие каналы, которые есть на нашей платформе во всех сегментах, во всех жанрах. И познавательный, и развлекательный, и детский. Приморские, хабаровские, якутские каналы, китайское, корейское телевидение – все это НТВ Плюс на Дальнем Востоке. Особенно важно то, что все федеральные и региональные каналы вещают в правильной часовой версии, без разницы во времени. Из-за того, чего нет, например, у наших конкурентов, это телеканалы в формате сверхвысокой четкости, телеканал 4К. Это новое поколение телевизоров. И если, например, 5 лет назад такие телевизоры стоили по 1 000 000 рублей, то сейчас их цена очень сильно ушла вниз, потому что технологии скакнули вперед, они 35-40 тысяч уже телевизор стоит. И это совершенно другое качество картинки, и эти два телеканала у нас есть. Кроме телевизора, абоненты НТВ Плюс могут смотреть любимые фильмы и передачи через интернет, если воспользуются услугой онлайн-ТВ. В ближайшее время оператор презентует мобильное приложение «Мультискрин». Действующие абоненты смогут воспользоваться им бесплатно в тестовом режиме. Телеканалы будут доступны на любых устройствах – смартфонах, планшетах и компьютерах. Подключить НТВ Плюс на самом деле очень просто, то есть и вариантов очень много. Непосредственно первый вы можете как-нибудь на официальном сайте НТВ Плюс, там оставить заявку, дозвониться до колл-центра НТВ Плюс, они распределят заявку. Непосредственно, то есть найти объявление на наших, получается, площадках. Первый в России оператор спутникового телевидения НТВ Плюс работает 21 год. 1 сентября 1996 года премьер-министр России Виктор Черномырдин торжественно запустил вещание НТВ Плюс на Нижегородской ярмарке. Сегодня у НТВ Плюс более 1 000 000 абонентов, и их число растет. Оператор предлагает действительно интересный телевизионный продукт. В планах улучшить сервис и контент за счет добавления новых каналов и услуг. Все секреты в компании не раскрывают, но узнать их можно, если подключиться к НТВ Плюс. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на 8.